Спорт, на котором вы не услышите подбадривающих криков тренера, как на борьбе, или одобрительного рева трибун, как в игровых видах спорта. Только характерные щелчки выстрелов. А присутствующие, если и говорят между собой, то только шепотом, ведь стрельба любит тишину. В областном центре стартовали открытые республиканские соревнования по пулевой стрельбе. В турнире принимают участие спортсмены из разных уголков Беларуси, представители разных возрастных категорий. Местом проведения стал стрелковый тир Брестского областного комплексного центра Олимпийского резерва. Данные соревнования названы в честь чемпиона СССР по пулевой стрельбе, заслуженного мастера спорта Игоря Баканова. Все эти соревнования мы рассматриваем как этапы развития стрелкового спорта. За счет повышения уровня подготовки наших именитых спортсменов, членов национальной команды. И кроме того, мы рассматриваем эти соревнования как продвижение наших юниоров, которые принимают участие в этих взрослых соревнованиях и показывают хорошие результаты. Кроме того, мы, проводя вот так вот этот вот этап и кубка, мы стараемся расширить как можно больше географию участия в наших соревнованиях, поэтому соревнования открыты. У нас проводится открытый Кубок Белоруссии, второй этап, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Игоря Григорьевича Бакалова. Этот этап проводится у нас регулярно. В нем участвуют все регионы Белоруссии, также город Минск. И участников присутствует 144 человека. Здесь выполняется 10 упражнений, 5 упражнений по пистолету и 5 упражнений по винтовке. Также у нас традиционно выполняются смешанные упражнения. Мужчины плюс женщины стреляют парами. Это очень интересно, завлекательно. Финалы очень интересные, зрелищные. Поэтому и публика к нам приходит и смотрит, как у нас развивается спорт. О популярности данного вида спорта в первую очередь говорит количество участников, приехавших на второй этап республиканских соревнований. Уже в первый соревновательный день участники показывают достойные результаты. Уровень подготовки на самом деле высокий. Нацкоманда, старшая сборная, все находятся здесь, сражаются в равных условиях. Насчет первого своего этапа, как отстрелял, не могу сейчас сказать. Эмоции все-таки зашкаливают пока что, но из большего в меньшего хорошо. Упражнения спортсмены выполняли на дистанции 10 метров. В их задачу входило произвести 60 выстрелов из пневматической винтовки и набрать максимальное количество баллов. Сложность выполнения заключается в том, чтобы попасть в десятку, шансы невелики. Но, несмотря на это, результаты спортсменов приятно удивляют. По большей части тут именно выдержка. Вот с малого возраста вот это все нарабатывается, потому что ребенок, он приучается к дисциплине, именно вот к выдержке. То, что он спокойный ко всему относится, нормально все хладнокровно рассчитывает, чтобы попадать эти выстрелы. И по большей части вот это вот именно выдержка. Открытые республиканские соревнования продлятся до 17 марта. Это значит, что времени определить лучшего будет достаточно.